Всем привет, ребят, с вами Мистер Банка. Сегодня записываю очередной видосик по халявным контейнерам. Сегодня откроем, посмотрим, что-то может годное выпадет. Кто смотрел, прошлое открытие было довольно-таки неплохим. На нем мы, кстати, собрали больше 35 лайкосиков. Это было как бы отметочкой для нового видоса. И вот я уже записываю. Если вы хотите, чтобы данная рубрика продолжалась, то давайте наберем 40 лайкосиков на новом видосе. И эта рубрика будет продолжаться на этом аккаунте. Так, сегодня мы имеем 3 контейнера. Сегодня я закончил недельку. Откроем, посмотрим, может что-то выпадет. На этом аке мне нужны контейнеры, в которых должны быть только кристаллы. Только кристаллы. Только не нара, пожалуйста. Ну, давайте откроем первый. Зеленый. 10к. Просто шикарно. Шикарно. То, что мне и надо. Просто шикардос. Открываем второй. Давай тоже так же. Давай тоже так же. Белое. Ясно. Мины. Угу. Держите в курсе, как говорится. Почему мины? Почему? Зачем мне эти мины? Просто зачем? У меня их 3000. Засуньте себе сами эти мины куда-нибудь подальше. Зачем мне не надо? Они мне не нужны. Ладно, откроем последний контейнер. Быстренькое такое открытие халявных. На бригадирчике. Ну давай что-то упади, что-то упади. Давай, давай, пожалуйста. 3 дня према. Ебой, на этом аке мне нужен был прем. Это шикарно. Это просто шикарно. С одной стороны, конечно, это плохо. То, что я подниму званку, скорее всего, не получится на бригадире тут поиметь Вика Молот М4. Но с другой стороны, мне все равно нужны будут кристаллы, и при любом раскладе мне придется получать это звание. В итоге с 3 кейсов у меня упало, вернее, каких кейсов, контейнеров. У меня упало 10к, никчемные мины и 3 дня према. Вот за за премку, конечно, я благодарен. То, что мне упала премка, а не какая-нибудь краска. Так что, если вы смотрите стримчики, то знаете, что в ближайшие дни будем фармить точно на этом аке. Прем есть. Надо будет поднимать на Вика Молот крисики. На этом все. Если понравился видосик, то ставьте лайк. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Не смотрите стримы, то приходите обязательно. Всегда интересно, весело. Также разыгрываем голдики, проводим спаси голды. Все в этом духе. Все, ребят, всем спасибо, пока.